Mercedes-Benz. The best or nothing. Чего только не сделай, Севен Томас, Сирий Фитнес. Один стакан уникального микса из овощей содержит... Да, не считается. Да, ты лайк ее в фрутке. Не считается. Да? За 5 минут отправил 10 фит. Первое. Как вот такой дом из глины, несмотря на дожди, грозы, стоит и не рушится. Он старше, чем Китайская Народная Республика. Настоящий деревенский быт. Кукурузная мука и такие вот толстые блины. Это очень вкусно. А у вас... от того типа отличается ли чем-то. Самое главное, что в нем играют два артиста, которых не... Сейчас, конечно, началось. Я приветствую вас, дорогие друзья. У нас на передаче «Здравствуйте». Мы очень рады, что вы пришли. Можно чуть-чуть отвлекнуть? Первое, что, потому что ты так на пакетик на это посмотрел. Наши прекрасные западные точки Великой России. Да. И у меня есть подарок. Не один подарок? Подарок. Какого же не размера, если не поместились? Эти вареных ли? Это вот по нашему тебе. Да. Это... Инклюзы в балтийском янтаре. Это наш балтийский янтарь. 85% янтаря у нас. Вот здесь, так как ты все время работаешь, как тебе, так как ты пилот, тебе инклюз мухи. Муха. Муха. Какие пожарки. Митенька, а тебе уникальная вещь. Не подарок? Да. Митя. Тебе без карточки технического происхождения. Янтарь с металлом. Ой, а это... И прекрасные трубки, тут мелочи. Это я разжарный. Это просто разно. Тут приедется, что таблетница. Понятно, да. Ребят, да, Вася, мечта среднестатистической россиянки старше 30 лет, чтобы к ней пришел Владимир Машков, подарил янтарь, осуществилась прямо сейчас. Спасибо огромное. Спасибо вам, Владимир. Это Дарин. Что расскажешь? Ты был на гастролях в Америке, мы тебя туда провожали. Что ты привез? Какие инклюзы у тебя? Ну, магнитики. Программка. Спасибо огромное, друзья. И тем не менее, я хочу остаться здесь. А ты куда ты делся? Вот, наверное. Конечно, мы были знакомы, но когда позвонил наш замечательный режиссер Коля Лебедев, и мы прочитали, я прочитал сценарий, я понял, что это очень серьезно. Мы, по-моему, провели замечательное время образа, вот совершенно, о Константин Сергеевич Станислав, в честь создателя психотерапии. Переползти из одного места, ну, высоко ползешь дальше. Здесь снизу будет быть ветродуй, каскадеры. Туда называется партикабель, такая штука железная, большая, ее пододвинули, меня туда задрузило. Залез, ну, отодвигаем партикабель. Да. Отодвинули, да. Я все забрался, а я, ну, думаю, ребята долго меня туда засовывали. Мне приходит в голову, что мне не просто надо висеть, а дальше ползти. Привет. У меня ручки нож. Вот то, что может сделать артист. Я, вот это было все по-настоящему. Как я дополз, я не знаю. Вот это вот. Мы расскажем про 30 тебя. Вообще удивительно. У нас, конечно, много еще. Они нас не слышали? В первую очередь. Но мы должны были делать многие вещи сами. Что самое опасное сделать ты на этом проекте? Что самое опасное? Ну, у нас была одна тихая интерьерная сцена. Не предвидится. Это картина. Это картина по своим техническим задачам. Но 17 я запрещаю рисковать. Другого выхода у них нет. Количество людей, которые будут летать самолетами после просмотра картины. Да. Да. Я хочу сказать одну историю.